Забег, самый крупный полумарафон с синхронным стартом. Всего 4 дистанции, сотни участников. А если говорить о масштабах страны, то эта цифра переваливает за тысячи. Это настоящий спортивный праздник от Калининграда до Камчатки. Первыми на старт вышли самые юные участники. Преодолеть 1 километр решились 343 бегуна. Рядом с детьми бежали родители. Надежная группа поддержки. Еще 5, 4, 3, 2, 1. Возраст, физическая подготовка здесь – это не имеет значения. Ограничений нет. Бег доступен каждому. Страшно, что я устану и не получу медаль. Но ты не устал и медаль получил. Покажи нам ее. Молодец! Мы тебя поздравляем. Самым младшим участникам едва исполнилось 6, более опытным – за 60. Рядом с профессионалом бежит любитель. Нравится просто. Как-то не побежишь, как соревнование, уже как-то не по себе. Жизнь как будто, ну, радость какая-то получается от бега. 5, 10 или полумарафон – дистанцию каждый выбирает сам. Старт один на всю Россию. 89 городов, 11 часовых поясов, сотни тысяч участников. Эмоционально, да, нужно себя перебороть, превзойти себя, переступить через такой порог, что все-таки нужно добежать. Все-таки ты зашел на дистанцию, и нужно не упасть в грязь лицом. 5, 10, 21, тем более, это нужно так же, но... Так же, как и физическая составляющая, здоровье должно быть. Это спортивное питание, я буду кушать, бежать практически 1,5 часа, поэтому нужны углеводы. 3, 2, 1, В 2023 году забег РФ проходит в 7-й раз. Впервые в истории к российскому старту присоединились Китай, Армения, Белоруссия, Таджикистан и Киргизия. В Ульяновске забег был особенно экстремальным. 5 или 10, как сколько получится? Первый раз бежите? Нет. Это первый раз для юного участника? Это тоже уже не первый раз. Ну, снегом. Погода испытывает на прочность. Начался дождь такой, ну вы бежите с улыбкой. Как настроение? Настроение замечательное, дождь не помеха. Вы самые подготовленные участники, да, и сейчас я не в физической форме. О том, что смотрели прогноз погоды. Как настроение? Конечно. Отличное, супер. Желание испытать себя, установить личный рекорд. Участники борются и за то, чтобы именно их город стал беговой столицей России этого года. Самый крупный полумарафон страны – настоящий спортивный праздник, где каждый участник – победитель. Екатерина Терещенко, Максим Архипов, репортер 73.